Жизнь действительно, по сравнению с нашими прабабушками, невероятно хорошая. А чего же мы несчастные? Чего же мы в депрессии? Осень наступила, мы страдаем. Боже ты мой, вот оно горе-то. Все, застрелимся. Погода стала нехорошая. Так-то и разобраться, Пинкер говорит, ну смешно, вы что, обалдели? И правда состоит в том, что наша задача, она просто понять, что среда, в которой мы живем, она изменилась. 150 лет назад нужно было думать, как выжить. А сейчас нужно думать, как сохранить здравомыслие, как сохранить способность радоваться, как сохранить способность к осмысленной деятельности. Вот что сейчас важно. А это личный выбор, это личный путь, это личное решение. Это не кто-то придет и осчастливит, прилетит волшебник в голубом вертолете. Ничего подобного. Все это случится только в том случае, если мы сделаем внутренний выбор. Если мы осознаем, что настоящая жизнь проходит мимо. Мы ею не заняты. Мы стали приставкой к цифровому потреблению. Мы стали приставкой к потреблению новостей. Если мы это начинаем про это задумываться, мы, с одной стороны, увидим, что проблема не во внешних обстоятельствах, а проблема в том, что с нами самими что-то случилось не то. Нам самих себя нужно как-то что-то с собой делать. Вот я о чем толкую столько лет.